18 мая православные христиане вспоминают Ирину Македонскую, ставшую первой женщиной, которую почитают в лике великомученика. В народном календаре этот день назвали как Арина Капустница или Арина Рассадница. В старину в эту пору занимались посадками рассады, преимущественно капусты и огурцов. Но что же нельзя делать на Арину Капустницу? И нельзя в этот день сплетничать, распускать слухи и рассказывать неправду о людях. Также оставлять грязную посуду после еды, особенно на ночь. Выходить из дома после заката солнца, а также жаловаться на свою судьбу. Иначе жизнь после этого пойдет под откос. Обратите внимание на эти народные приметы на 18 мая.